Здравствуйте, друзья! Мы снова продолжаем разговор о правде. И мы приехали на Урал к стоящему солнцу Сергею Трофимовичу Алексееву. Ура! Заходите, гости дорогие! Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о правде с Сергеем Трофимовичем Алексеевым. Мы у него в гостях. У нас за окнами романтические пейзажи Урала. Сергей Трофимович, добрый день! Добрый день. Сергей Трофимович, наша не первая уже встреча. За это время утекло много воды, и съемки из Подмосковья переместились к стоящему солнцу. Соответственно, хотелось бы начать с этимологии Урала. Мы сейчас находимся у стоящего солнца. Урал, у солнца. Почему... Последнюю букву мы забыли. Не забыли. Урал. Это совершенно правильно, потому что и в романе было. Это люди, стоящие у солнца. Люди, стоящие у солнца. Свет или свет солнца. Свет солнца, буквально. Поэтому вот сегодня такая солнечная погода. И здесь, на Урале, я больше всего видел солнце. Я вот когда в Питере, например, жил, там ни разу, нет, за два года два солнечных дня. А здесь редкий день бывает, пасмурный, то редкий день не взойдет солнце, не появится солнце сквозь облака. Это солнечный хребет Урал. И здесь солнце действительно, то ли мы высоко находимся, то ли оно здесь... Мы ближе к солнцу, да? Мы ближе к солнцу всего на 400 метров над уровнем океана. Правда, находится на горизонте 400 метров. Но дело не в этом. Дело в том, что воздух, прозрачность воздуха здесь уникальная. Ветра продувают как с востока, так с запада, с севера и с юга. Это ветреная сторона, хотя за эту зиму ветров практически не было. Но оптика атмосферы здесь такая, что и солнце другое. Вот ощущение другого солнца на Урале, это из-за оптики атмосферы. То есть того, что горем не хватает света, да? Здесь горем света хватает. Хватает, здесь света даже с избытком, тем более здесь белые ночи. Здесь солнце практически... Оно заходит, но зарево остается. То есть период, когда целуются зори, когда утренняя, вечерняя заря встречается с утренней зарей. Солнце практически не заходит, свет солнца мы видим как зарево. Сергей Витальевич, здесь стыкуются два материка, два континента. Европа, Азия – это не только географический хребет, но еще и, наверное, хребет двух культур, двух миров, по сути. И третья, северная, так называемая цивилизация, мы тоже, в общем-то, на север достаточно углубились. Есть восприятие какое-то вот этого стыка цивилизаций? Урал – это особая страна, это как раз третья составляющая. Это не Европа и не Азия, это третья составляющая, третье качество. Мир триедин. Вот одно из качеств... Урал замыкает триглав. Урал как триглав, да. Урал замыкает... Урал централен. Он по географическому расположению. Он находится практически в центре России, да. Он по своей протяженностью замыкает север и юг, потому что проходит... С севера на юг и глубоко в Казахстан и так далее.
Значит, и поэтому центрально как относительно север-юг, так и запад-восток. Это третья форма существования всего жизни, людей, жизни светил, жизни звезд. К этому только надо привыкнуть, и это надо увидеть. Вот почему в Павду приезжают люди, и их потом притягивают, они начинают ездить сюда. Некоторые даже переезжают жить сюда, потому что улавливают как раз вот это третье необычное, непривычное. Это особая цивилизация. Урал — это особая цивилизация. Здесь народ-то особый. Здесь народ особый, здесь он не похож на сибиряков и не похож на европейцев, россиян в нашем понимании, на каких-нибудь подмосковных там или там при рязанских жителей. Совершенно есть отличия. Отличия во всем, в том числе и в говоре, в том числе и в речи, которую я здесь слышу. Я хочу добавить, вот тоже подтвердить одновременно. Действительно, от Екатеринбурга сюда по дороге не чувствовалось, вот географически мы находимся, наверное, в Азии. То есть это уже мы за хребтом. За хребтом, да, за перевалом. За перевалом, в ближайшей от него доступности, но географически, на физической карте мы, наверное, в Азии. Но здесь действительно абсолютно другой климат, здесь не чувствуется ни сибирского, ни восточного такого духа. Здесь действительно такое вот видно Приуралье, вот какая-то зона такая действительно переходная между Европой и Азией. Да, третий мир такой действительно чувствуется. Сергей Владимирович, мы все с удовольствием читали ведическую грамматику, которая недавно вышла. Она продолжает или подводит итог, наверное, 40 уроков. Вот можно немножко рассказать о ней. Было интересно углубиться и в построение, ну скажем, азбуки, и в слогокорне, и очень интересная радуга слога корней. Вот можно об этом немножечко нам пояснить, потому что сама таблица очень напоминает таблицу Менделеева. То есть это такой сакральный какой-то, это новая систематизация, которую вот хотелось бы услышать более подробно. Ну, идея периодичности явлений, она не моя. И, наверное, даже не менделеевская. Идея периодичности событий, явлений, тем более физических явлений, либо таких нравственно-интеллектуальных явлений, как язык, например, да, все существует в определенной периодичности. И вот Менделеев уловил это, что касается веществ, химических веществ, да, значит, он меня и натолкнул на то, что случайно, совершенно случайно, что язык, наш язык, слогокорневая основа, не сам язык, а слогокорневая основа, первооснова, что ли, языка, она обладает такой же периодичностью. Я начал исследование. В связи с этим, ведь ведическая грамматика началась вот как раз с догадки о том, что язык также периодичен, слогокорневая основа периодична. И связана она, если в таблице Менделеева химические вещества, существующие на земном шаре, они выстроены по удельному весу веществ, да, удельный вес кубического сантиметра, то язык выстроен по цветам, по цветовой гамме. Это очень интересно, потому что природа языковая, слогокорневая природа русского языка, она радужная, она связана с солнцем, как ни странно, связана с солнцем, со светом. Язык, почему говорят, что язык светоносный, что язык солнечный? Вот кому интересно,
можете открыть любой словарь на букву «Р», например, да, на букву «Р». Открываете словарь. Или на букву «П». Значит, и вы найдете, очень интересно, найдете, что «Ра», «Ро», «Ре», все слогокорни со знаком, с буквой «Р», и либо в сочетании «пра», «про», «при» и так далее, наиболее большое количество слов. Самое наибольшее количество слов – это со знаком «Р». Причем «Р» – это знак Солнца, это как бы… И судя вот по таблице, которую и судя смотрит, да, это как раз красный спектр. Это красный яркий, спектр. Яркий красный спектр. Красный спектр, который… Вот вы посмотрите, как цвета радуги понижаются по цветности. Значит, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Значит, идет затухание красного цвета. И не просто красного цвета, а красного света. Затухание красного света, которое в земной коре уже, в почве, соприкоснувшись с почвой, приобретает фиолетовый цвет. Но фиолетовый цвет, как известно, это синий и красный, смесь синего и красного, получается фиолетовый. Точно так же меняется радуга. Ну и учитывая, что волновая природа света, допустим, не заканчивается на этом свете. Да, я хотел как раз о волновой природе света. Да. О том, что это явление еще не изучено. Я только прикоснулся к этому. Я думаю, что, может быть, кому-то из ученых станет интересно, кто-то займется этой проблемой. Дело в том, что исследование языка с точки зрения цветовой гаммы начинает открывать нам смысл языка, глубинный смысл, который мы утратили. Мы утратили цветовое звучание языка. Вот, знаете, мой дед меня учил, когда холодно, значит, рычать. Вот когда я замерз, когда сильно замерз, да, вот мы говорим это, он говорит, рычи, рычи, внук, теплее будет. Не страшно, может, дров подкинуть. Это когда мы на улице, когда долго, там сидим, например, на рыбалке, там проверяем верши. Значит, и он говорит, рычи, я рррр, и становится в гортани, становится тепло. То есть, это звук, что касается звука, но мы рычим, мы произносим солнечный звук, этот солнечный звук нас начинает разогревать. Это очень интересно, наверное, существовали, наверное, я думаю, какие-то практики. Практики, когда определенной звуковой волной мы вызываем ощущение цвета. Нам, когда мы рычим, в гортани и в черепной коробке происходит наполнение красным цветом. Теплым, красным, горячим цветом. Может быть, даже не только цветом, а и волновой. Волновой. Да, вот именно светом, может. Светом, да. Вот я и хочу, что от обыкновенного, казалось бы, рычания, вот такое чувство, что наполняется красным светом, согревающим светом. Если, например, не появится никогда ни голубого, ни синего, холодного. Это холодный спектр. Холодный никогда не появится. Мы когда говорим «Р», вот. Но когда, например, говорим «синий», у нас совершенно другая механика произношения. Синий не согреешься. Не согреешься. Вот. Так вот, вещи эти совершенно не изучены. Никто это не сопоставлял, никто не приводил это, не делал попыток, вернее, рассмотреть это через определенную вот эту периодичность. И когда я начал заниматься этим, ну, она, таблица эта периодичности, она легла сама. Я просто отобрал слогокорневые, слогокорни, те, которые основа языка. Но их вошло туда немного, потому что их нужно дополнять.
дополнять нужно из родственных языков индоевропейской семьи, я брал только русский язык. Ну, а русский язык, я имею в виду, это белорусский, украинский. То есть это язык един, поэтому я его никогда не делю. Нет ни русского, ни украинского, ни белорусского. Есть один общий русский язык. Ну и как мы в прошлый раз устроили наречие? Это наречие. Это наречие одного и того же языка. По этому принципу у нас примерно тоже никто не просчитал, 180 говоров и наречий в одном языке. 180. Это, ну вот как в Германии, там вот в такой-то земле говорят так-то, там в другой земле говорят так. У нас действительно в Смоленске и в Вологде говорят абсолютно по-разному. А вон на нашу Вятку приезжай. Я насколько с детства этот говор слышал, я приезжаю и в первый момент не понимаю, о чем они говорят. А это еще скороговоркой, да еще цекают, так я думаю, куда я попал. Или в Вологду, вот туда, в сторону Великого Устюга приезжаешь, они тоже там, человечек. Я слушаю и не понимаю, думаю, по-русски говорят они. Тоже, возвращаясь к грамматице, вы подчеркиваете вот переход звонких в глухие, З, С, П, С и Ч, вот эти тоже как раз человечек переходит в человек. Человечек, да. Ну, это связано еще, наверное, и с климатическими условиями, да? То есть, с климатическими, с артикуляция, сама артикуляция произношения. На морозе говоришь не так, как на жаре. Не так, как на жаре говоришь, да. Это, и поэтому артикуляция вырабатывалась, и произношение артикуляции вырабатывалось в зависимости от климата. Вот английский язык, мне нравится, Задорнов часто об этом говорит. Цинга, да? Цинга. У них говорят, зубы шатаются, они фу-фу-фу. Вот, поэтому язык такой. Ну, а цинги выпадали. С одной стороны, конечно, Михаил Задорнов начинал как юморист, но он сейчас во многом, наверное, ближе уже к философам, потому что действительно осмысливает многие вещи. Да. И пытаясь их все-таки с юмором подавать, но тем не менее все Скотландии и все эти как бы цивилизованные страны, они же действительно на русском языке звучат смешно достаточно. Конечно.